Привет, друзья! С вами Роман, эксперт по электротранспорту. И в этом видео я расскажу о 4 бюджетных электросамокатах 2019 года. Пожалуй, лучших в своем сегменте до 20 тысяч рублей. Спасибо магазину gyroscootershop.ru за то, что продолжает предоставлять модели для наших видеообзоров. Кстати, магазин продолжает радовать своих покупателей приятными бонусами. При заказе или при покупке в магазине назовите промокод «Спасибо gyroscootershop» и получите приятную скидку в 1000 рублей. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые акции и бонусы. Впереди еще очень много интересного. Итак, топ-4 бюджетных электросамокатов 2019 года. Поехали! Первый электросамокат нашего топа – Kuga S3 от завода Geelong. Выглядит как кусок металлической балки, надежно и по-мужски. Электросамокат выполнен из прочного алюминия, имеет выдвижной руль, складной механизм на ручках и в основании рулевой стойки. Собственный вес составляет 12 кг. На поверхности деки есть антискользящая наждачная лента, которой вполне хватает для хорошего сцепления с обувью. Колеса здесь цельнорезиновые по 8 дюймов, не боятся проколов и не требуют дополнительного обслуживания. А за комфорт поездки отвечают пружинные амортизаторы в рулевой стойке и на заднем колесе. Не сказать, что мягкость зашкаливает, но вполне приемлемо для поездок в городских условиях. Kuga S3 от Geelong оснащен 36-вольтовым литиевым аккумулятором на 8000 мАч, что позволяет проезжать райдеру с весом до 70 кг порядка 30 км на одном заряде. Больше или меньше будет зависеть от испытываемых электросамокатом нагрузок. Мощность мотор-колеса составляет 350 Вт, благодаря чему электросамокат разгоняется до 30 км в час. За безопасность райдера отвечает двойная система торможения, электрическая двигателем с левой стороны руля и классический тормоз с задним крылом на случай экстренной остановки. Электросамокат имеет полноценный бортовой компьютер со всеми необходимыми показателями в режиме реального времени. Ампераж, индикатор заряда батареи, вольтаж, время с момента включения, пробег с момента включения, спидометр, переключение скоростей и индикация возможных ошибок, среди которых значок торможения. 5 кнопок со стороны райдера слева направо, звуковой сигнал, переключение между режимами общего пробега и с момента включения самоката, кнопка питания, включение и выключение фары, кнопка выбора скоростных режимов. Таблицу реальных технических характеристик и цену на момент съемки видеоролика вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Второй электросамокат нашего топа – Kuga S3 Pro, также от завода Geelong. С первого взгляда кажется, что отличие от предыдущей версии только в сплошном покрытии деки с противоскользящей поверхностью, но это не совсем так. Kuga S3 Pro имеет перфорированные колеса, которые гораздо лучше сглаживают неровности на дорогах. Также в Pro-версии установлены дополнительные габаритные огни с обеих сторон деки. Они же являются автоматическими стоп-сигналами. И габариты с обеих сторон руля. В принципе, на этом все усовершенствования и заканчиваются. Таблицу реальных технических характеристик и цену на момент съемки видеоролика вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Третий участник нашего топа – электросамокат Kuga M2. Своим угловатым дизайном немного напоминает мангал на колесах, а вместительная дека позволяет модернизировать самокат в случае необходимости, например, увеличить емкость аккумулятора, что позволит проезжать гораздо большее расстояние. Данная модель имеет возможность регулировки по высоте, складной механизм на руле и в основании деки. Вес электросамоката составляет 18 кг. Несмотря на простоту конструкции, Kuga M2 спокойно выдерживает нагрузку аж до 120 кг. Поверхность деки имеет антискользящие полосы, обеспечивающие хорошее сцепление с обувью. Переднее колесо модели M2 камерное на 8,5 дюймов. Заднее цельнорезиновое на 8 дюймов со встроенным мотор-колесом мощностью 350 Вт, что позволяет разгоняться электросамокату до 30 км в час.
Комфортность поездки обеспечивают пружинные амортизаторы на переднем и заднем колесе. Куга М2 оборудован закрытой тормозной системой барабанного типа на заднем колесе с автоматическим стоп-сигналом. В комплектации данного электросамоката также есть съемное подпружиненное сиденье. С левой стороны руля находятся кнопки включения-выключения фары и кнопка звукового сигнала. Полноценный бортовой компьютер имеет возможность отслеживания в режиме реального времени скоростного режима, индикации заряда батареи, переключения скоростных режимов, просмотра дальности хода от момента включения до общего пробега и напряжения батареи. Таблицу технических характеристик и цену Куга М2 на момент съемки видеоролика вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Итак, финалист нашего топа – электросамокат Куга М4. Рама выполнена из прочного алюминиевого сплава. Широкая дека с наждачной поверхностью позволяет райдеру занять удобное и устойчивое положение во время поездки. Здесь есть все необходимое для поездок в городских условиях. Это настоящий мустанг в своей ценовой политике. Куга М4 имеет регулируемый по высоте руль, складной механизм рукояток и в основании деки. Электросамокат обладает отличной динамикой разгона благодаря двигателю на заднем колесе номинальной мощностью в 500 Вт и способен развивать скорость аж до 40 км в час. За безопасность райдера отвечает двойная система торможения с дисками на переднем и заднем колесе. Оба колеса накачиваемые по 10 дюймов и отлично сглаживают мелкие неровности на дороге. Есть и амортизаторы с обеих сторон, что придает поездке особый комфорт в случае езды по пересеченной местности. В электросамокате установлен 48-вольтовый литий-ионный аккумулятор на 11 ампер-часов, что позволяет проезжать от 35 км на одном заряде. Куга М4 оборудован автоматическим стоп-сигналом и динамическими поворотниками, чего не встретишь в предыдущих моделях нашего топа. Вполне логично, что здесь присутствует и праздничная подсветка деки с обеих сторон. Здесь установлены 10-дюймовые накачиваемые колеса, и в комплектации имеется съемное подпружиненное сиденье. Также в комплект входят два блокировочных брелка с системой звуковой сигнализации. Таблица технических характеристик и цена электросамоката на экране. Цена Куга М4 немного выходит за рамки 20 тысяч, но согласитесь, 1990 рублей – это сущие копейки в соотношении качества и технических характеристик данной модели. Вы помните о промокоде на скидку в 1000 рублей? Тогда вот подсказка. Все ссылки на актуальные цены в момент просмотра обзора вы найдете под этим видео. С вами был Роман, эксперт по электротранспорту и электросамокаты из магазина gyroscootershop.ru. Делитесь этим видео с друзьями и ставьте лайки. Впереди еще очень много интересного.